Привет, друзья! Давайте подготовимся к зимнему походу и обсудим три основных элемента снаряжения. Это палатка, спальный мешок и коврик. Правильно относиться к ним, как к единой системе сна. Ослабляя один элемент, нам нужно усилить другой. Это полностью взаимосвязанный комплект. Я уже готовлю свой рюкзак для лыжного похода по Алтаю и Кольскому полуострову. А куда собираетесь вы, напишите в комментариях. Итак, палатка. Это то, что защищает нас от холодного ветра и осадков в виде снега. Если в ваших планах ночевки вблизи города, в средней полосе, то поначалу можно использовать и уже имеющуюся трехсезонную палатку. Главное – проверить прогноз погоды, чтобы не было обильных снегопадов и сильного ветра. Палатки можно условно разделить на трехсезонные – это время года без снега, и четырехсезонные, которые созданы под снежные условия. Так чем же отличаются четырехсезонные палатки от трехсезонных? По сути, они крепче и надежнее защищают нас от более суровых условий. Первое отличие – это внутренняя часть палатки, полностью из ткани, без сетки, чтобы ночью внутри меньше продувало и мы были лучше защищены от конденсата. Например, ночуя зимой в палатке с сеткой, за ночь с внутренней стороны тент подморозил от дыхания, а утром с первыми лучами солнца корка начала таять и через сетку капала прямо на спальник. Это критично. С тканевым внутренником такой проблемы нет. Далее, более прочная конструкция. Хороший пример четырехсезонной палатки модели вроде Glacier. В ней используются три дуги, что сильно повышает прочность сверху от давления выпавшего снега и сильного бокового ветра. Также в четырехсезонной палатке, как правило, материалы тента и дуг прочнее и надежнее, фурнитура больше, чтобы пользоваться ей в перчатках, ну и так далее. На что обратить внимание при выборе палатки? Первое. Зимой всегда хочется больше пространства внутри, чем летом. Чтобы не оставлять вещи на улице в снегу, не касаться замерзшего конденсата на стенках палатки. Мы больше занимаем место, так как находимся в объемных куртках и объемных спальниках. Поэтому иногда выбор падает на просторные модели шириной 130-150 см, что очень комфортно для двоих пользователей в зимних условиях. Второй вариант – взять трехместную версию для двоих. Особенно часто вижу такой выбор у соседей норвегов, которые много ходят зимой. Естественно, все зависит от ваших задач. Если планируется альпинизм или походы, где важен результат прохождения маршрута, больше значения имеет вес снаряжения. Или если вы планируете проходить небольшой километраж и любоваться природой, то ориентируемся на комфорт нахождения в лагере. Ищите баланс для себя. Несмотря на то, что зимой нет дождя, порой стоит дополнительно брать тент, так как во время снегопада вещи засыпают и они теряются. Ваша одежда отсыревает, поэтому в некоторых походах я растягиваю тент и под ним комфортно жгу костер, готовлю, общаюсь с друзьями. А теперь об особенностях зимней ночевки. Перед установкой на рыхлом снегу нужно утоптать площадку лыжами или снегоступами. После можно подождать 20-30 минут, чтобы снег смерзся и стал плотным. Если снега совсем мало, то лучше прокопать лопатой до самого грунта. А на задутом плотном снегу просто ищем самое ровное место. В общем, с поиском мест под палатку зимой нет проблем. Даже на склоне вы всегда сможете создать себе ровное пространство. Это плюсы зимы. Если снега много и до земли не докопаться, то обычные колышки не работают. И вам понадобятся снежные колья с большой площадью. Рекомендую всегда растягивать оттяжки. Именно они отвечают за ветроустойчивость, а также улучшает вентиляцию между внутренним и внешним слоем палатки. И по хорошо растянутому тенту лучше скатывается снег. Самая частая ошибка зимой – это закрытая вентиляция, ведь холодно же. Но гораздо эффективнее приоткрыть ее, а часто и входную дверь на 2/3, чтобы было меньше конденсата. Ведь зимой насекомые спят и не от кого закрываться сеткой. Палатка – это наш дом на время похода. Она защищает от суровости зимы и порой является единственным укрытием в удаленных регионах. Помните, самое важное – безопасность. А по мере увеличения опыта можно аккуратно экспериментировать. Можно попробовать спать рядом с палаткой под тентом или в ясную ночь и без тента. Поверьте, это незабываемый опыт и мои одни из самых ярких ощущений, когда ночевал под открытым небом.
Перед сном любуюсь звездами и заснеженными верхушками сосен, лежа в теплом спальнике среди сугробов, а проснулся от легкого касания снежинок по щеке. Представьте, ночью мы всю жизнь защищены от внешней среды, особенно зимой, а тут просыпаясь от касания снега. Внутри все в восторге от этих эмоций. Зимой прекрасно. Главное все делать поэтапно, с запасом по безопасности и постепенно набирая опыт. Спальный мешок. Перед первыми зимними походами остро встает вопрос его выбора. Особенно зимы в непредсказуемых температурах. Видел, как за один поход ночная температура с минус 5 опускалась до минус 35. И мы с вами должны ориентироваться именно на самую холодную возможную ночь в походе. Важно принять простую истину. Можно вообще не мерзнуть ночью и совсем не важно, какая температура за бортом, если правильно подобрали весь комплект. Спальник и коврик перекрывают температуру на улице. При выборе температурного режима нужно ориентироваться на регионы, где планируете ходить, и примерный месяц посещения. Как первый ориентир, смотрите дневник погоды на Гисметео для нужной локации. Это даст первую пищу для размышлений. В общем, чем теплее спальник, тем лучше. В сплаве появился Гравитон Комфорт на минус 10 градусов, и самый теплый спальник – это пуховый Adventure Extreme с температурой лимита комфорта – минус 28 градусов. Спальные мешки, рассчитанные на температуры ниже минус 20, не тестируются по стандарту ЕН, поэтому производитель ориентируется на свой опыт, количество утеплителя и конструкцию спальника. Далее все зависит от ваших личных особенностей, усталости и так далее. В большинстве спальников пух обработан гидрофобной пропиткой, и на короткие походы этой защиты хватает при соблюдении всех нюансов и правил. Если вы собираетесь в более длительный поход, обязательно потребуется конденсатник. Это еще один слой утеплителя, который берет на себя внешний конденсат, которым мы дышим в палатке, и смещает точку росы. Это влага, которая в течение всей ночи испаряется от тела, ведь наша нормальная температура ядра плюс 37 градусов. Конденсатник выбираем из синтетики, так как она лучше всего справляется с этой задачей. Может подойти спальный мешок Whale. Он широкий, не будет сдавливать внутренний утеплитель пухового, защитит его от влаги, тем самым мы сохраним изначальный температурный режим основного спальника и дополнительно утеплим конденсатником Whale. Если вы ходите вдвоем, то Whale можно расстегнуть и превратить в одно большое одеяло, что становится уже адекватнее по весу на двоих. Плюс вам будет еще теплее, так как одеяло сверху будет сохранять под собой тепло от двоих человек. Если у вас уже есть синтетический спальник с лимитом комфорта в районе плюс 5, с которым вы ходите летом, то к нему можно взять теплый синтетический, например, Fantasy 340 на минус 8 градусов в большей ростовке, чтобы утеплитель первого спальника не сдавливался вторым. Такая комбинация будет тяжелее и объемнее одного теплого спальника, но как временное решение иногда используется. Принцип вы поняли. Ищите подходящие для вас варианты. Теперь поговорим об основных правилах сна. Чтобы организм выделял тепло, ему нужно топливо. Это еда. Перед сном хорошо поешьте. Если вы замерзли вечером, то согрейтесь физическими упражнениями, махами. Спальник сам по себе холодный, он только сохраняет ваше тепло. Если вы уже замерзли и тепла внутри нет, то и согреться в спальнике будет тяжело. Если кто-то сильно замерз из вашей группы, а вы горячий турист, то можно лечь рядом с ним и помочь согреться. Но помните, что это физический процесс, и отдавая свое тепло, сами можете подмерзнуть. Так что контролируйте этот процесс. Дышать не внутрь спальника, а наружу, так как дыхание влажное и будет ухудшать свойства утеплителя. Если в вашем спальнике дифференцированная набивка, то есть в спине меньше утеплителя, чем сверху, то крутитесь внутри спальника, а не вместе с ним, чтобы не открывать холодную спину. Ложитесь спать в сухой одежде. При необходимости можно надеть утепленную куртку, штаны и чуни, тогда вам станет заметно теплее. Кстати, следующие два ролика выйдут о очень теплой куртке на пуховом и синтетическом утеплителе. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Туристический коврик. Что в отечественном туризме недооценивают, так это роль ковра. Часто вижу, как зимой спят на одной пенке и говорят, что это нормально. На самом деле это не так. У каждого коврика есть показатель теплоизоляции. И обычная пенка по изоляции доходит едва ли до 0 градусов и рассчитана только на плюсовые температуры. Так как зимой холоднее, нужно лучше изолироваться от земли и снега. Самый бюджетный способ – использовать две пенки. Но это большой объем на рюкзаке, и теплоизоляции чаще всего недостаточно.
На мой взгляд, самый эффективный вариант – это пенка с самонадувающимся или надувным ковром. В самонадувающемся ковре внутри находится вспененный полиуретан, который дает теплоизоляцию. Например, КЭМ 5.0 рассчитан примерно до минус 10 градусов. В комплекте с пенкой он защитит вас от холода и прокола, а также добавит комфорта сна на мягком. Аналогично и с надувным ковром Nebula, но при той же теплоизоляции он компактнее и легче самонадувающегося. Помните, даже самый теплый спальник не будет работать без теплого ковра. Относитесь к этому как к единой спальной системе. Дополнительно можно утеплиться снизу, подложив под коврик то, что у вас уже есть и не задействовано во время сна. Например, веревка, пенопопа, одежда, рюкзак, что угодно, что дополнительно изолирует вас от земли. Помните, что важнее всего утеплить туловище, где находятся важные органы жизнедеятельности. Также можно использовать заранее заготовленную тонкую пенку 4 мм. Раньше я вырезал под туловище кусок такой пенки и убирал внутрь спального мешка под спину, что добавляло утепление при минимальных расходах и минимальном весе. Друзья, рассказывайте о своих фишках зимней ночевки. Чаще ходите на природу. Это может быть в совершенно разных форматах. Прошли километры от машины и поставили лагерь с комфортом. Довезли кучу снаряги на санках и наслаждайтесь зимней сказкой на стуле с чайником и максимальным удобством. Или с рюкзаком отправились в ближайший лес на лыжах или снегоступах, позбивать снежные шапки с деревьев и отдохнуть от будней работы. Может быть, соберетесь и в Кандалакшу на 3-4 дня, походить по зимним сопкам и увидеть замерзшее Белое море. Или на приполярный Урал на 2 недели сурово и мощно. Есть варианты на любой запрос. Получайте радость от жизни. Пока!